Служу Российской Федерации. За образцовое исполнение служебных обязанностей, добросовестную службу и боевое содружество. Заседание коллегии МВД начали с торжественного вручения наград лучшим сотрудникам. Само совещание посвятили результатам оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов региона. Как отметил Игорь Решетников, за первое полугодие в Заурале зарегистрировано более 10 тысяч преступлений. Это на 8% ниже прошлогодних показателей. Эффективность раскрытия более 60%. Эффективное взаимодействие со Следственным управлением Следственного комитета подтверждает результаты раскрытия коррупционных преступлений, а также целого ряда особо тяжких деяний – убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, раскрываемость которых превышает 90% и является самой высокой по Уральскому федеральному округу. На сегодняшний день неудовлетворительной является работа участковых, а также профилактика квартирных краж и угонов машин. Рост числа последних составил 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время доверие населения полиции стало укрепляться, считают в МВД. Для укрепления партнерской модели взаимодействия между полицией и обществом обновлен состав общественного совета при УМВД. В него вошли наиболее активные представители политической, культурной и научной среды области. В результате видим эффективную работу по формированию позитивного мнения населения о полиции Заурали. На заседании коллегии присутствовали представители органов власти, которые отметили, что взаимодействие госструктур и правоохранительных органов постепенно приносит плоды. Реализация областных целевых программ способствовала сокращению подростковой, бытовой и так называемой пьяной преступности. Уровень криминогенной обстановки, криминогенности в области снижается, и это вообще-то радует. Сейчас идет заявочная кампания по созданию бюджета 2013 года, и я хотел бы получить от вас какие-то предложения, связанные с финансированием тех программ, которые перестали финансироваться. В течение дня начальники всех отделов органов правоохраны выступили с более подробными докладами о результатах деятельности подразделений за последние полгода. Юлия Васильева, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру».